Не надо, ты что, не рычи, не рычи, не рычи. Мы же с тобой друзья были, ну. Я тебе мясо дал? Дал. Покушать тебе дал? Дал. Всем приветики, рад видеть вас на моем канале Тилькоплей. Я Наташа, мы сегодня с вами снова продолжаем играть в школьника, который пытается пойти погулять, но что-то как-то у нас это не особо удается. Короче, я пока что играю на легком уровне сложности, чтобы немножечко как бы подпривыкнуть к игре. Так что я думаю, сегодня у нас все с вами получится. Вы, если хотите меня поддержать, то не только болейте за меня, но и поддерживайте лайком. Угу. Мы нашли зарядку от ноутбука. Отлично, это прекрасно. Это значит, что мы сможем найти пароль у папы, собственно, в его этом самом. Давайте включим наш компьютер. Наш компьютер, в котором у меня тоже все, как оказалось, плохо. Я включила? Во, включила. Хотя я не поняла, вроде бы я все ввожу верно. Вот. Может, надо Андрей 8 ввести? Ну-ка, подожди, ну-ка, давай. Так. Андрю 8. Андрей плюс год рождения. Год рождения у него 2010. Я не понимаю, почему у меня здесь оно так все плохо работает. Как бы моя не понимать. Вот вроде бы смотри, вот. 2010 год рождения. Ну, что не так? Так, это мы пока все с вами закрываем. Компьютер пока мы с вами выключаем, я так думаю. А, подождите, а давайте, знаете что? Мы папе напишем смс-ку, потому что, мне кажется, и только так папа оставит компьютер включенным. Наверное. Но я не в курсе, короче, ладно. Пусть папа идет проверяет. Мы пока с вами идем дальше по своим делам. Так, смотрите-ка, здесь ключи от тачки. Зашибись. Так, свет у нас включается здесь? О, включается свет, наконец-то. Бутылочка. Можно сыграть с подружками в бутылочку. Что тут у нас еще есть? Трусишки мамкины, папкины, да, вот это вот все. Что тут у нас? Решетка привинчена на винты. Там лампочка у нас, ничего себе. Толчок. А вот мне интересно, если я вот пойду писать, родители тоже, да, меня отругают за то, что я пошел пописать? Швабра. Нахрена на мне? Наверное, я смогу что-то помыть, не знаю. Но пока давайте, ладно. Через эту форточку нельзя, да, вылезать? Порошок. Я нашла стиральный порошок. Может быть, я могу что-то выстирать. Тряпку, например, для того, чтобы протереть вот эту журную панель. Так, ну хорошо. Это мы с вами сделали. Давайте далее. Далее нам нужно мамуську, нашу жопуську, как-то это самое тут... попаэтовать, приветовать. Сейчас, подождите, мамочка. Ждем, пока она пройдет. Я сегодня настроена, между прочим, решительно. Вратарь где? Нужно устроить дымовую завесу. Так, давайте я-ка посижу. Вроде бы я все правильно сделала. Вроде бы я делала до этого все именно так. Мама решила полить цветы, но... А что это они решили в туалет сходить? Схожу в туалет. А я выключила в туалете свет. Я, по-моему, не выключила в туалете свет. Ё-моё, сейчас он меня спалит. Я в туалете не выключила свет. Ёшки-матрёшки. Кто не выключил свет в ванне? Думаешь, твой отец тупой? Ну я писать это ходил. Ты так уроки делаешь. Я... Подожди, мне что теперь, поссать нельзя? Ты, блин, Гена Букин, минималка. Давай быстро, 20 приседаний. Серьезно, что за отец такой? Серьезно. Я хотел покакать. Мне что, нельзя покакать, что ли? Я понимаю, что за воспитание такое? А если у меня лопнет мочевой пузырь, кто за это будет, а, отвечать? Я уйду из вашей семьи, я отвечаю. Так, только мне стукнет 18 лет, я уйду. Да я просто свет... Может, это мать? Может, меня вообще мать подставила, сучка такая? Ох уж это мамашка меня подставила, говняшка. Так, я включил этот самый... А мы вытяжку с вами включали или выключили? Я забыла.
значит, дураки. А, все. Так, ну на выход. Вот гады. Гады. Деревяшка. Слушайте, в этот раз у меня прям все очень даже хорошо. В этот раз у меня все даже получается. Это мы можем выключить телевизор, Пати? Может, не надо? Мне кажется, не стоит выключать Бате телевизор. У собачки отверточка. Зачем я это сделала? Открывай. О, хорош. Нужно срочно вернуться в комнату. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Тихо ты, заткнись. Что-то здесь не так. Да все нормально, все нормально. Видимо, показалось. Фух. Я уж думал, мне крышка. Ё-моё, я ж сама выдохнула. Так я не пойму, батя что ли у окна проверяет, типа получается, да? О, фига я там. Текстурки попала. Так, хорошо. Давайте пойдем с вами еще сделаем. Главное, чтобы меня мамка не спалила. А то сейчас спалит меня. Но у меня уже, смотри, уже вторая, как говорится, это самая штучка. Уже вторая лесенка, ступенька. Алло? Нет, спасибо. Ой, нахер протезирование зубов. Я что, похожа на старушку? С протезированием зубов? Ты серьезно? А мне осталась третья балка, получается. А третья балка хер знает, где лежит. Кадила, кадила. Так, ну хорошо, ребят. Пока что у нас все с вами чики-пуки. Проблема только в отце. Потому что я пока не знаю, через какое время он захочет тут пойти что-нибудь посмотреть, поделать. Заперто. Типа ведь цветы. Мама пошла поливать цветочки. А я закрыл свою комнату. Я, кажись, не закрыла свою комнату. Молоточек. Молоточек. Для сердца и почек. Вообще, на самом деле, когда мамка пошла поливать цветы, мы с вами могли бы сделать, ой, как много всего интересного, но мы что-то как-то протупили с этим моментом. Вперед! Давай! 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 Опа, слишком узкое горлышко. Может, надо разбить? Не, надо, значит, чем-то подцепить. Ничего себе. А может высыпать? Это шум из спальни. Цветок? Нужно срочно где-нибудь спрятаться. Я не... Это не я, это мамка. Это мамка. Это мамка, все. Давай бегом вокруг дома. Три круга, побежал. Так, ну подожди, цветок мне нахер не уперся. Но зато с другой стороны у меня есть все остальное. Ух, что тебе воспитательными. Не, на самом деле все. У меня сложности возникают из-за того, что управление вот такое неудобное. Если бы на компьютере оно нормально играло, я бы тоже нормально играла. А то так пока то-то повсюду. Да бегу, я что-то рот закрою. Может быть тебе это дернуть? Не могу я тебе... Эх, я бы тебя с удовольствием бы сейчас бы так бы дернула. Ну, смотрите, у нас сегодня прогресс. Нас спалит только батя сегодня. И то, первый раз он ступил нас... Ой, ступил нас. Словил нас абсолютно по-тупому, потому что я ступила там. Забыла, блин, выключить свет. Но
Заметьте, что в этот раз у нас с вами есть прогресс. Последний круг. Мне кажется, мой батя работал физруком каким-то, знаешь, потом спился и как бы это самое. От бездельника слышу. Извините меня. Сам бездельник, да? А на меня еще повякивает, повонянивает. Угу. Молодец. Мы, наверное, знаешь, от чего с вами нашли ключ? Мы, наверное, нашли ключ от вот этого вот подвала. А туда нужна лампочка. Так. Ну, слушайте, я пока не знаю, что мне делать дальше. Можно как-то порошок развести? Так, ну и что будем с вами делать? Какие у нас варианты? Ждать, пока кто-то из родителей пойдет заниматься своими делами? Мне надо как-то накормить песика. Я, наверное, сейчас воспользуюсь подсказкой, потому что я реально не знаю, что делать дальше. Поэтому посмотрю сейчас. Хотя, знаете что? У меня появилась теория, что если мы с вами придем на кухню и откроем холодильник, там, скорее всего, будет какая-нибудь типа колбаса для шарика нашего. Да я не знаю, мам. Вот. Ну, пас, давай! Так, дверь не трогаем. Я знала, что это для шарика. Закрывай дверь. Я сижу, учебники учу, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но это было логично, залезть в холодильник на самом-то деле. Но просто я, понимаешь, я, перебздела. А его надо как-то размораживать. Замороженное мясо. Слушай, я думаю, шарику, наверное, пофиг. Ну, типа, жарко на улице, лето, поэтому, ну, типа, как мороженое, вот это все дела. Правильно? Я думаю, шарик не должен возбухать вообще. Давайте попробуем положить ему замороженное мясо. Мне кажется, ему, нормально будет. Бляха, мамка пошла поливать цветы. Мамка неудачно пошла поливать свои цветы. С другой стороны, это наш шанс. Это наш шанс. Посмотреть чуть... А хотя с другой стороны... А я не знаю, что нам надо тут. О! Зачем я съела колбасу? Блин, ну я буду надеяться, что... А вдруг мама захочет меня проверить? Давайте на всякий случай посидим дома. Вдруг она захочет сейчас в окно посмотреть и увидит, такая ж у меня здесь нету, такая скажет, а чё это ты не сидишь, уроки не делаешь? Не-не-не-не-не. Но если она сейчас откроет холодильник и увидит, что кто-то съел колбасу, ребята, это будет очень грустно. Я бы не хотела. Да забей ты уже! Так, вроде бы мамка ушла, да? Мам, ты здесь? Я уже боюсь. Что-то... Пульт не трогай. Так, идем Бобика кормить. Бобик, Шарик, я иду тебя кормить. А чё папа... Так, пёсик, смотри, навострил ушки. Так, пёсик, смотри. Сначала нужно разморозить мясо. А как размораживают мясо? А как его размораживают? Может быть, его надо на сковородку положить? Типа, ну как бы... Логично положить мяско на сковородку? Но это надо дождаться, пока мамашка опять свалит. Ну а больше я его как... Либо его можно в ванной попробовать полить водой. Это же тоже стандартный способ разморозки мяса. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Ну-ка, включили воду. Взяли мясо. Слушай, нет. Видишь? Так не размораживается. Значит, не сюда. Значит, все-таки надо дождаться, пока мама снова пойдет поливать свои цветы. Ой.
Закройся, дай закрой. Папа пошел в туалет. А я все в туалете в этот раз. Я дверь закрыла в туалет. А если я не закрыла дверь в туалет? Короче, мясо размораживается в микроволновке. Короче, я предлагаю дождаться, пока мамашка пойдет поливать цветы. А, все-таки лето, жара знойная стоит. Так, батя сыт. С таким, конечно, облегчением сыт, как будто я не знаю, что. Мог бы в бутылочку насать с тем же, это хорошо, если так, ну это как бы, да, ну ладно. Так, и долго мне ждать мамашку? Пока она захочет пойти свои поливать цветы. Там он меня, пацаны, ждут. Понимаешь? А я все тут сижу, делаю вид, что учу уроки. Хотя бы на легком уровне сложности они меня не проверяют. Потому что на нормальном уровне сложности они прям проверяют тебя досконально. Чуть ли в жопу тебя не залазят, лишь бы проверить. Мамусик. Ну, мамусик, а, мамусик. Короче, дело к ночи. Я предлагаю сделать следующее. Смотри, значит. Мы с вами будем ждать, давай, пока мамка давай пойдет поливать цветы. Все, ждем. Как только она скажет, схожу, пойду полить цветы. О! Совпало. И мы сейчас с вами быстренько разморозим мясочком. И пойдем покормим шарика, заберем у него отвертку. Все, мамка ушла. Отлично. Папка уже пописил. Десять секунд. Давай, 7. Ну, кстати, вот это вот за пока вот мамка идет проверять звонок, не вариант. Надо вот реально ждать, пока она пойдет поливать цветы. Тихо. Это не я, это не я, это не я. Это не я. Так, я закрыла микроволновку? Нет, все, я просто, я все забыла. Я начинаю переживать, понимаешь? И я не понимаю. Мне кажется, или... Да вроде все на месте. А, она опять пошла поливать цветы. Я так сейчас испугалась, я думала, не дай бог, я забыла что-то там это самое сделать, а? Я думала, не дай боже, я забыла. Нам надо хотя бы хоть одну концовку другую получить, а то мы только с вами плохие получали от родителей шмандилябры, и все. Надо сегодня вот, знаешь, вот ответственность-то какая, потому что одна единственная жизнь у меня осталась. Одна единственная несчастная жизнь, и если меня сейчас лупанут, то как бы лупанут по делу. Но мы как бы с тобой такие ребята, не сдающиеся, да? Но тем не менее неприятненько будет. Так, ждем. Пока там мамочка сделает свои дела. Что-то она куда-то далеко идет. Что, как думаете, можно открывать? Так, все. Мама вон там готовит. Беготовочку. Идем кормить песю. Песик-то голодный. Да? Он нам даст отвертку. Я так понимаю, при помощи отвертки мы достанем лампочку. И с этой лампочкой мы с вами сможем сходить уже в подвал. Так, пёс, дай отвертку. Не надо, ты чё, не рычи, не рычи, не рычи. Мы же с тобой друзья были, ну. Я тебе мясо дал? Дал. Покушать тебе дал? Дал. Значит, я кто тебе, друг? Ишь, какой комиссар, блин, Рекс. Так. Сделали. Открыли. Закрыли. Так. Решетка привинчена винтами. Так открути их. Ну, пас, пас, давай, давай, давай. Слишком темно. Так. Отвертку они не заметят здесь? Слушай, ну будем надеяться, что они не заметят отвертку. Так, лампочка. Ну. Так, и что тут у нас? Что тут у нас? Давай! Это что, давай, гвозди? Давай! Это чтобы прибить... Заперто на ключ, господи. Не открывается.
Ой, кошмар, как тут много всего. Ладно, давайте пока сделаем так. Я думаю, нам гвозди нужны, чтобы прибить вот эти вот балки. Подай-ка попробую. Ага. Ага. А папа-то, наверное, услышит? Что? Он в окно выйдет? Ну, вроде ничего и никого. Хорошо, что у меня папа тупой. Сосед? А ну стоять! Ой, стоять! Ой, бляха! Сколько можно повторять? Как тупо было! Как было тупо! Я не знала, что он выпрыгнет в окно! Он выпрыгнул в окно! Ладно, я попробую в следующий раз. Ну, в следующий раз у меня точно получится. Так что жду вас. Мы это с вами сделаем. Увидимся. Пока.